Я сделала. Горит красненько? Да. Отлично, привет всем. Мы снова в нескучном саду. Я забыл зарядить GoPro-шечку, поэтому мы будем сегодня снимать тренировку Full HD. Но все будет очень сложно сниматься. Силами тех, кто сегодня пришел. Что еще? Сегодня Саня находится на чемпионате по танцам. Мы очень-очень постараемся до него доехать и заснять это все, и показать, как он танцует. Потому что парень последние две недели посвятил только тренировкам танцам, отработке программы и прочего-прочего. Совсем не ездил к нам, не скучно, как вы видели, не тренил с нами. А сегодня мы будем тренировать ноги, потому что завтра мы едем в Селятино тренить на максимум опять. Нам так нравится тренить на максимум. Мы каждую неделю ездим и треним на максимум. Вот. А сегодня будем тренировать ноги по программе от Сереги. Насколько жесткую делать программу на ноги? Да. Чтобы все сдохли. Все равно им завтра не нужны ноги будут. Они сядут в тачку и доедут, и будут болтаться на турничке. И скажут, выпрями ноги. Он такой, я не могу, я вчера ноги тренил. Ты же турникмен, ты не тренишь ноги, кого-то врешь. Да, давай. Так, что делаем? Начнем, первое упражнение. Начнем с самого простого. Начнем все-таки с приседаний и с выпадов. Но будем их делать по несколько усложненной схеме. Чтобы не было просто банального, да, там, приседаний, мы будем приседать, поднимать ногу вверх. Да, то же самое, делаешь выпад. Угу. Поднимаешь ногу. То есть элемент такой нестабильности. Да-да-да, в стодневке уже все это видели. Да. Да. И поскольку? Поскольку раз, давайте начнем где-нибудь с полтинника. Вот это поворот! 50-го, 50-го. Один подходик, да? Один подход приседания, 50, да, один выпад. 50 выпадов на каждую? Да. Хорошо. Погнали, погнали. Я не зарядил камеру. Молодец. Потому что я вчера поздно приехал. У меня был интересный день зато. Это важно. Да. Да, поэтому будем снимать Full HD Сережку. Вот у нас Инесса. Инесса, собственно, как обычно. Как обычно. Те, кто смотрит наш видеоблог регулярно, не удивлены. Не удивлены. Один раз занималась. Не, ну еще как бы раньше ты хотя бы одевалась, как будто, ну типа я пришла на тренировку. Вообще я заехала к вам в гости. К вам в гости. В гости. Ой-ой. Нет. Нет. Что? Я взяла воду. Ты взяла воду. Вот и свою воду взяла. Тем временем Серега делает 50, а мы как бы вот просто... А ты как всегда тоже ничего не делаешь. Я снимаю его. Потом 20 обратно. К часу. Ну, на следующей неделе к 4 будет, так что. Потому что жарко. И много народу. Специально руки за спиной держишь? Ну, так просто. Более равновесие. Да, это не повторяй за лучшими, станешь как лучшие, да? Нет, это вранье все. Сразу, ребят, извиняюсь за странный монтаж. Я так привык снимать с GoPro, что... Российский монтаж! После выпадов делаем третье упражнение. А если один выпад, ты знаешь, что делал? Ага. Рекат, координация движения, поделать ты поделать. Ну, типа, на... На что это упражнение? Я не хера, на боковую. И на эти... И тоже по 50? Они опять здесь эти турники заняты. Скажи 50. Скажи 50 делал. Делал? 20, да, нет. Плюс 30. Ну ладно, так тоже может. И это третье упражнение в нашей трене. Замечательно. Вот ты сказал бы мне только пораньше, я бы хотя бы подготовился. Хотя бы побрился. Но это видеоблог, ребят, здесь все происходит вживую. Никакой постановки. Интерпретация, никакой. Да. Да, кстати. Импровизация. Так что... Другие умные слова. Смотрите в нашем видеоблоге. Вот хорошо, когда ведущие образованные, да? Вот от нас, Саня, вы таких слов явно бы не дождались. Ладно, а, какое, значит, следующее упражнение? Ну, это вырежу. Значит, после того, как мы сделали боковые, делаем икры. Что?
Чтобы увеличенная амплитудка была, да? На носочек, да, и так раз 20 на каждую ножку. Да, все это упражнение такое? Да. Один подход на 20 повторений? Да, хватит. Ну окей. Так ноги забиты все будут. Ну окей, окей. Итак, Серег, поскольку ты бегаешь много и в жару тоже бегаешь. Да. Актуальный вопрос сейчас, лето, солнце. Что делать, вот когда приходится тренироваться на максимум на солнце палящем? Вот что делать, чтобы нормальные ощущения в процессе были и нормально выложиться, то есть не сдохнуть от того, что жара большая? Может там что-нибудь прежде по одежде, по воде, там какие-то советы? Да, обязательно с собой воду брать. Это первое. Второе, если на солнцепеке, то обязательно головной убор в любом случае. Бандана, кепка, что угодно. Но голова должна быть закрыта. Вот. Если нет такого вот, как здесь, да, там, такой тени. Ну, здесь более-менее, но тоже. А если на открытом солнце, обязательно только какой-нибудь головной убор. По воде, да. Вода, в любом случае, пить. Обычно вода или есть какие-то спортивные напитки, которые помогут? Спортивные напитки вряд ли помогут. Обычная вода, я думаю, лучше всего будет. Не холодная, самое главное. То есть должна быть теплая, просто обычная вода. Вот. Пить маленькими глоточками. Вот. Сейчас, ребята, попробую себе заниматься. Вот. Пить маленькими глоточками просто периодически. То есть тут, ты, по сути, ничем не отличается от обычной тренировки, только ты там чаще, да, условно говоря, будешь доставать воду эту, да, там, пить ее и всякое такое. Вот. Что касается еще одежды, да, ты спрашивал. Ну, по одежде, да, то есть она должна быть а, свободная, б, легкая, в, проветриваемая. Но вот ты сейчас не в хлопковой футболке, это специально? Нет, это синтетика, да. Синтетика. То есть, ну, чтобы отводила воду или как? Она что скажешь? Отводит пот, да, прежде всего. То есть у тебя пот не застаивается здесь. Если был бы хлопок, да, хлопковая вся очень быстро бы намокала. Здесь эта ткань, такая особенность, да, она выводит, соответственно, у тебя воду. Плюс из-за того, что, да, она, ну, как бы сетчатая у тебя получается, да, у тебя она проветривается. Это стандартный, это обычный полиэстер. Он обладает такими свойствами. Поэтому в жару, конечно же, лучше не хлопки заниматься, да, а в синтетической ткани. Наверное, если так по-крупному, то это все. Ну окей. Если вдруг еще что вспомнишь, то скажи. Я думал, сегодня на палатку. В общем, вот такая вот получилась тренировочка, небольшая для ног. Есть еще какие-то комменты по ней? Да, комменты. Не так близко, это же Full HD. Да-да-да, ты просто будешь очень большим. Вот, да, вот так стой. Ну, основной комментарий, как бы, без подготовки, я думаю, что более-менее такая лайтовая тренировочка получилась. Вот. Конечно, могли придумать что-нибудь более разнообразное, но я думаю, ну, в следующий раз, да, обязательно что-нибудь повысим градус. Повысим, да, градус. Ну, плюс ко всему, как бы, не хотелось сильно забиваться, потому что у всех это, то есть у меня, да, у всех соревнования там через несколько дней. Поэтому, бегать. Да, поэтому сильно забивать ноги тоже не очень хорошо. Вот, ну и осталось на свободное время. Да, мы же сейчас фристайл. Мы сейчас будем показывать фристайл, ребят, как мы обещали, каждый выпуск. Вы обязательно пишите в комментах, как вам нравится, не нравится и сама программа, которую мы вам даем, и фристайлики, которые вам показываем. Все-таки видосы для вас пишем, для нас в меньшей степени, так что подценить нашу технику со стороны можно было. Вот, и сегодняшний фристайл — это игуана. Я посмотрел это на питерском видео. Простой способ разнообразить отжимашки на брусе. Сейчас покажу. Давай, не твои бананы, Серёгины. Один бананчик. Тебе? Ты вредный такой, да? Вот такой вот фристайл фишечка получилась, попробуйте ее на досуге. Она развивает баланс, координацию. И если вы правильно делаете отжимания, то еще хорошо прорабатывает грудак и трицепс. Вот и все на сегодня. Сори за такой монтаж, я просто тупо забыл зарядить GoPro-шку, поэтому снимали на Canon. И снимать на Canon очень неудобно, когда вы уже отвыкли от этого. В следующий раз исправимся. А пока ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментарии. Приезжайте в нескучный сад заниматься вместе с нами. И успехов в тренировках, будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Пока.
На счет три, решение судей. Раз, два, три. Решение за Хекса. Следующий раунд. Следующий бой будет между...